Внимание, розыск. 28 декабря 2014 года около 7 часов вечера из общежития по адресу город Улан-Удэ, улица Чайковского, 7, ушел и до настоящего времени не вернулся несовершеннолетний Шадапов Алексей Евгеньевич, 97 года рождения. Приметы: метис, на вид около 17-19 лет, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, волосы темно-русые, губы полные, глаза светлые. Особые приметы: имеется татуировка на первой фаланге пальца, бородавка на пальце правой руки. Был одет: куртка зимняя Аляска темно-серого цвета, брюки темные в мелкую полоску, сапоги черного цвета, шапка вязаная черного цвета. При наличии информации просьба сообщить по телефонам 020, а также 55 70 02 или 44 02 02.